Варкаут-тур «Моц Беларусі» отбылся у Могилеве. Акцию ладили по инициативе молодежной федерации этого виду спорту. Хлопцы из Минску крутили Сонейка, потягивались на одной руце и робили акробатичные трюки. Але галоўнае притягнуть як мага больш молоді до занятков физической культуры и здорового ладу життя. Могилёв стал одним из 30 городов Беларуси, у які приехали турнікмены. Так у народе называют тих, кто демонструє свою акробатику на гімнастичних перекладинах. У середине года этот спортивный накерунок набыл у Беларуси официальный статус. З'явилась федерация «Варкаут». И как долучить до здорового ладу життя еще больше людей, аматоры из Минска отправились у тур по Беларуси. Уже поступило порядка 200 заявлений. То есть они каждый день прибавляются. Мы ставим задачу набрать порядка 2000 человек в состав нашей федерации. Влад Кнышаў з Магілёва варкаутом займаецца 2 гады. Разам з сябрамі дэманструе відовішчныя трукі. Просто хадзіл, падцягваўся, потом стало скучно. Решил заниматься. Вот. За 2 лета научился вот все, ну, то, что вы видели. Но это мало то, что есть то, что имею. Организаторы запросили и школьников долучиться до падзеи. Например, 20 разов подтягнуться, прокачать пресс. Аматоры здорового ладу життя наведают еще несколько городов и проведут встречи. У середине листопаду у Минску отбудется республиканский фестиваль, на який уже запросили могилевских хлопцов. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, новини региона.